Ну это же просто мустанг. Я в процессе установки новой лебедки, и у меня вопрос, почему на фирмаче вот эти закладные ублюдочные просто, а на нормальном Китае, который ноунейм просто за 5000 рублей из Китай-города, я напоминаю, это стоит 20 тысяч, а здесь нормальная резьба. Тут еще один момент выяснился. На моей старой лебедке дюшманской на корпусе значение плюс-минус. А здесь ничего нету, кроме вот этих вот черного-красного элемента. Владелец мира, твое утро начинается вот так. Ну, очень сильно я не хотел переделывать площадку, потому что дырки уже насверлены в кузове, и не хотелось никаких дополнительных отверстий делать заново. Ничего этого не хотелось. Поэтому я потерял очень много времени, чтобы вот эту вот платформу, которая оказалась чуть больше, ну, естественно, понятно, срастить со старой переходной пластиной. Поэтому я затрахался очень сильно, но я все-таки победил, если это можно назвать. Зацените вот эту конструкцию. Вот этот момент, вот здесь вот лебедка, вот здесь вот стоит лебедка, и старое отверстие вообще никак нельзя было засунуть вот так спокойно болт. И пришлось выдумывать вот такую штуку. И теперь она будет наоборот снизу. Этот сверху вставляется, этот снизу болт. То есть только так. Да, это все жидкое, это все тонкое. Скорее всего, оно не будет держать. Но без практики мы это не увидим. Не понимаю, короче. Так, все, это приблуда установлена. Противопехотная мина. Не слышал. Дамы и господа, вы помните это место? Получается, старая проводка от старой лебедки, но лебедка новая сейчас у нас. Возможно, села батарейка, поэтому рывки. Мне интересно, старая проводка сможет поднять новую лебедку? Ничего себе приколы! Я лишился хорошей веревки. Почему? По какой причине, я так и не понял. Что не так? Причем она сломалась где-то вон там, внутри. В общем, как оказалось, случилась комбинация нелепых событий, при которых вот этот барабан при подключении красный к красному выдавал реверсивное движение, и намотка на барабан осуществлялась в обратную сторону. То есть так она наматывается вот так, а вчера, когда я пытался поднять машину, трос был вот так. Трос был вот так наверх и наматывала барабан вот так. И, короче, естественно, он порвался об эту, потому что тут нагрузка охреневшая. Но зато я научился плести трос. Вот, сегодня мы проверим, как вот это вот. То есть вот здесь порвался трос, вот он сплетенный. Теперь я умею сплетать троса. И еще один момент, то что при установке лебедки вот здесь вот задевало кресло. Сейчас оно не должно задевать, потому что я сместил ее еще, ну, как бы более отцентровав. И появилась другая проблема, то что у нас клюз, подача троса на клюз идет сильно левее, чем нужно. И это вообще интересно затестить будет. Я опять же поленился все это поменять. Сегодня поедем, посмотрим, сможет ли старая электроника поднять старые провода, поднять машину как раньше. Попытка номер 142. Ну все, начнем.
бензина нет, двигатель до сих пор счастлив. Проводка вот эта милипиздрическая со старой лебедки прям хорошенько так нагрелась, но она выдержала, все нормально, все в порядке. Она затянула на этих проводочках, а прикинь, когда я поставлю родное отсюда, что она будет делать? Она, кстати, тоже нагрелась. О, почему она нагрелась? От проводов или от чего? Это очень интересно, ребят. Короче, топчик. Кстати, самое главное, что мы проверили, трос держит, хотя он порвался.